Несмотря на положительную динамику в борьбе с коронавирусной инфекцией, в нашем крае ситуация по-прежнему остается напряженной, поэтому важно соблюдать режим самоизоляции. Ежедневно на территории района работают мобильные группы самоконтроля, которые отслеживают соблюдение жителями режима самоизоляции. Группы работают как в городе, так и в сельских поселениях. Ежедневно две группы в станице Анастасиевской проводят рейдовые мероприятия, беседу с людьми о соблюдении самоизоляции на нынешний день. Соблюдение мер безопасности, чтобы ходили в масочках, одевали перчаточки и без надобности просто не выходили на улицу, а только по надобности в магазин и в аптеку. Большинство жителей понимают, зачем нужен режим самоизоляции, а потому ответственно относятся ко всем требованиям. Соблюдаю самоизоляцию, дети мои соблюдают, даже вот играют только во дворе, никуда не ходят. Естественно, по необходимости выходим только в крайнем случае. Режим самоизоляции сохранится до 30 апреля. Как дальше будет развиваться ситуация, покажет время. А пока оставайтесь дома. Анна Монастыренко, Георгий Калинин, программа «События».